Ну вот Кисловодский бардак, очередное видео делаю. Вот смотрите, нахожусь я на переходе на проспекте Победы. Ни одной лампочки освещения нет. Это что такое? У нас какие-то проблемы в Кисловодске с освещением. Это что? Подземные переходы без освещения. Этот на дороге без освещения. Вы тут постоянно ходите, да, света нету, да, здесь? Ну, иногда бывает, но по большей части. По большей части не бывает. А что, бывает, включают или что? Да, но это... Ну, плафоны есть, я смотрю, ни одного плафона. Ни одного плафона горящего не вижу. А. Видите? А может, это просто когда... А? Может, просто когда... Ну, в общем, видите, как я делаю видео, показываю, что... А? Вот раньше светилось, пока не сняли. Как? Пока их не сняли. Их же украли почти все эти светильники. Освещение украли? Ну, понятно. Но раньше было освещение, да? Раньше было. А, ну, понятно. Ну, в общем, видите, говорят, что было освещение. Ну, а сейчас его нету. Ну, это же ненормальное явление, как вы считаете? Это въезд в город на проспекте Победы. Вот такой наддорожный переход. Ну вот они, плафон, это вот они есть. Целые, не разбитые, нормально все. Ну, в общем, очередной бардак и пиар этой администрации. Вот видите тут. Бутылка, пакет, тут мусор. Вот мы вышли. Это вот такой вот переход. А, написано, даже ведется видеонаблюдение у них. Объявление есть. Не знаю, какое видеонаблюдение. А освещения нет. Вот представляете, вот как вот по нему ходить. По темному переходу. Проспект Победы, въезд туда. Президент Путин тут приезжал недавно, с экскортом ехал. И вот такой объект, видите, какой красивый, да, вроде бы, снаружи. А света нету. У них на Кирова 33 под железной дорогой тоже нету освещения. На Желябово подземный переход. 10 лет закрыт, освещения нет, его закрыли, отсутствие освещения. То ли у них электрики проблема, то ли у них денег нету. Ну, в общем, кисловодский пиар продолжается. Вот куда ни кинься, вот куда ни пойди, вот везде бардак. Ну, зато мэр елочку зажигал на пятачке курортного бульвара. Вот как так можно? Это же... И небезопасно ходить по темному, тут не каждый пойдет. Страшно ходить по темным, что там твориться будет. Но тут, наверное, поэтому мало кто ходит, потому что страшно ходить. Лучше пройти вот тут где-то, через дорогу перескочить. Ну, в общем, показываю весь Кисловодск изнутри. Он весь перед вами. До новых встреч с наступающим Новым годом!